Лонгободи. Так вот, едешь, едешь. Хлоп, и закрыто. Все, поезд проехал. Мы дальше. В пути. Уважаемые дамы и господа. Дни становятся короче, опять. Зима на подходе. Пока еще началась только осень, но все уже прям вот совсем близко. Сейчас часик-полтора, если пасмурно, то вообще быстро. Давно ничего не записывал, хотелось бы пару минут рассказать, что вас еще ожидает мотоконтент, как и обещал. Потихоньку уже начинаю показывать. Самое главное, конечно же, не забывайте поставить комментарии после просмотра. Написать, понравилось, не записываю эту бредятину больше. Или вот так вот лайкос. Короче, пишите, будет очень интересно. То есть это наша с вами коммуникация через комментарии. Я еду домой монтировать следующий шедевр. Да, думаю, еще будет много интересного. Конечно же, будет много интересного. Главное, чтобы на это все хватало здоровья. Так что на этой ноте всем не болеть. Кто болеет, выздоравливайте. Всем здоровья, сил, терпения и удачи. Все будет нормально. Надо на это надеяться, надо в это верить, иначе как? Или что-то светлое. Продолжение следует. До скорых встреч. Оставайтесь на канале, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое и самое интересное. Чем дальше, тем интереснее. Вижу, что куда это все идет. И всегда очень приятно, когда вы здесь. Так что продолжение следует.